Здравствуйте, вас аймуи чинали, усаутос наи, атес танаонаи, камис, ваус, имайо, писпулетеса, у арскуная, калифика своная, работа на тиму, салименае, компоста лската, искостая, китая, денденси и бердиви, ласвите, викае, бадгаовина, Магистранта, Фудалова, Куса, Чу Хонгже, Актоакста, Аботе, Абиниас, Тиму, Што, Севилинаи, Китайсная, Компазитали, Баскетайо, Новея, Асмеливая, Бит, Наватами, Бисчиния, Ни, Долго, Мирвои, Музыкалини, Кудоли, Нои, Захалаве, Нют, Тивим, тим, этом, гламое, особенновит, китайский, народнай, мускалинай, чудоли, абгашае, ежо, и, блиста, улене, усы, обше, обунзе, чуне, таким. Обвазам, перспектива, дель, стимуания, и, развитие, китайский, назанен, найнай, музыки. Наби мую зависит от количества китайская композитау стамишеса к исчиню анимаю и пиньячу милавой музыкальной чудоли. Весвек тим поза Нованам на сагола сованам использование китайских радиций и национальных элементов с европейской композиционной техникой соответствия актуаст исследуемому работе. Заключается. Стукула работы имеет план выделения ден глава с глава дланевна боди ластел. Заключение и сказака литература вей элви галавия лас матвеца ласвите композита става искусства в Китае, его этапу, влияние традиционной культуры в второй главе проводится анализ компазитских приемов и техник на предмет творчества современного китайского композита Сю Чжан Цзуня. Обозначаются перспективы и направления развития композиторского искусства в Китае, работа с набушна нотнами, пименами. Общие оводы работы Була Блатес, Сталаве Мизоя, Фамила Вания и развитие композиторская школа Китая является интересованием освещенным на одновременном использовании китайская талис и национальных элементов с европейской композиционной техникой. Сборцовина чист. Китайская композиция искусства закачивается синтези национальных талиф, мелодий и интонаций с западной на его лапискишми, мила инспами, гаманицас, би, этом, интернационес, пла, эс, видини, китайских композиторов основывается на обалающихся на метатонику и радиовую систем китайскую народную мелодию. Благодарю за внимание.